А если этот ролик наберет 10 тысяч лайков, на Новый год я сниму выпуск в костюме Гринча. Забились. Хоу-хоу-хоу! Ну чё? Как ваше новогоднее настроение, дорогие друзья мои? Помимо моего внешнего вида, сегодняшний выпуск уникален еще тем, что у меня здесь все альбомы группы Tool, которые с самого начала безумно запаривались с оформлением. Это просто потрясающе. То есть на одной из них вы наверняка видели в нарезке, здесь есть очки в диске. Очки! Короче, про это и про кучу всего еще интересного, связанного с оформлением, концепцией и кучей других мелочей, на которые многие и внимания-то не обращают. А группа Tool прям вот супер изъебнулась, чтобы их сделать, про все вот это сегодняшний ролик. Приятного просмотра, здрасте, вы на канале Сейна. Зеленого Сейна. А ты знаешь, что делают в тюрячке, долбит? Увидеть вот это. Диер вон сатан. Чего его оскорблял? Каждый раз соответственное покрытие наносить. Почему мы не можем всегда быть под кайфом? Одно из самых потрясающих — это глаз. Я убью тебя, пидор, я тебя ненавижу. У нас выстраивается этот кинотеатр. Писано на микрофон Гитлера. А перед началом ролика помните вообще, по какому поводу началось все вот это? Я когда в одной из предыдущих интеграций говорил про костюм Гринча, я-то и не подумал, что костюм значит маска. А я, как вы понимаете, работаю в формате говорящей головы. И говорящая не голова, а маска — это, ну, это ж не голова получается, это ж бред какой-то. Вот, поэтому пришлось вот так вот делать. По-моему, кстати, охеренно получилось. И согласитесь, другие варианты из интернета выглядят значительно хуже, чем то, что в итоге получилось у Таи. Ей еще раз респект. А если вы хотите также виртуозно играючи исполнять разные творческие задачи, то вам стоит получить хотя бы базовые знания. Для этого отлично подойдет курс графического дизайна Geekbrains. Подходит как для тех, кто вообще не умеет рисовать, так и тех, кто хочет повысить свой уровень знаний и сформировать качественное портфолио, отвечающее современным стандартам. Курс Geekbrains насыщен как базовыми уроками, так и практическими заданиями. Программа охватывает целый комплекс самых востребованных на сегодня программ, которые позволяют студентам стать максимально универсальными дизайнерами и на выходе работать с продуктами самой разной сложности и вообще в любых нишах. По окончанию обучения Geekbrains гарантирует студенту стажировку в компаниях партнеров, а опытные HR-специалисты помогут оформить этот опыт в востребованное портфолио. При этом преподаватели Geekbrains — это практики самых топовых компаний и студий, и у каждого студента будет свой личный наставник, так что без поддержки вы точно не останетесь. Можете назвать оператору промокод, который даст вам максимальную скидку в 50%. Промокод SEIN. Переходите на сайт Geekbrains по ссылке в описании и делайте себе качественную базу. Возвращаемся к ролику. Первый альбом — это Undertow. Он наименее подходит ко всем остальным релизам визуально, и он, казалось бы, наименее интересен с точки зрения музыки, но тем не менее это все равно произведение искусства. Чего стоит свинья, насаженная на кучу вилок? Стоит представить, что эти все образы, некоторые довольно прочитываемые, а некоторые посложнее, и, например, что именно изображено на самой обложке, понять сразу и не получается. Но она как раз этим и интересна. Представьте увидеть такой диск без единой надписи, опять же, просто на полке музыкального магазина в те годы, когда он выходил, и вот он соседствовал что с какой-нибудь Нирваной, и также с дисками всяких глэмеров. И когда мы открываем его, нас встречает прям нечто. Ассоциации возникают с, во-первых, альбомом Inutera Nirvana, а во-вторых, с альбомом Nirvana Nevermind, в котором как раз был этот самый плавающий мальчик. Они же не просто лежат, они несутся в какой-то вечности. И это очень рифмуется со всей гранж-тематикой того времени, конечно. А разобраться во всем этом буйстве концептуализма мне сегодня поможет гитарист группы Палк, а также самый главный тулофил из тех, кого я знаю, Паша Зведран.
Так, что мы знаем с тобой про альбом Undertow? Чем он интересен? По-моему, он наименее интересный, и нам обоим он вот не так уж нравится. Давай его и пропустим. Я... Нет, нельзя пропускать альбом Undertow. Нет, ну, во-первых, он получил и золотой, и платиновый статус, и неспроста. Мы здесь обсуждаем именно альбомы, поэтому APA8 не учитывается, но важно сказать, что именно после выпуска APA8 Tool полностью взяли контроль над всем, что они создают. То есть над тем, как будет выглядеть каждый из их дисков, над тем, как выглядят пластинки, над тем, как выглядит все связанное с группой. За это они пожертвовали серьезным вообще процентом заработков со своего музла, и это как бы сразу говорит о том, насколько серьезно люди подходят к тому, что они делают. Что важно сказать, почему нам двоим не очень нравится Undertow, потому что он наиболее гранжевый. Почему? Да, гранж не очень. Почему он наиболее... Ну, мне кажется, просто переслушали просто все гранж. И Нирвану в школе слушали, ну, и так нет, далее. Нет, вообще, в основном, у всех гранж — это Нирвана. А про остальных-то особо никого не знает, хотя тоже вполне популярная группа. На меду, смотри, все, допустим, слышали Soundgarden. Кто это такие? Но их не особо не слушали. Почему Tool, по-моему, стали играть гранж? Потому что на тот момент именно с их позиции, как людей, которые еще не находятся в музыкальной индустрии, казалось, что все занято глэмом. То есть очень важно было противостоять глэму. По сути, на этом противостоянии у нас появилась и трэшуха, и на этом же противостоянии появился гранж. Только трэшуха раньше, получается, сильно. Да, только трэшуха пораньше и более ядерно. Трэш довольно такой своеобразный жанр. Я, кстати, соглашусь, что гранж более, если так сказать, ленивый. Да, он ленивый, ленивый противостояние. Более ленивый, более атмосферный, вот более какой-то как такой. В трешаке это как раз. Если в трешаке все брутальные, то в гранже наоборот такие бомжеватые, расслабленные. Посмотрите на Курта Кобейна. Да, вот, ну вот примерно как Курт Кобейн, ну и вот еще там несколько фотографий людей, которые тогда играли гранж, все довольно похожим образом выглядели. Сам диск не менее красивый. Если тут мы видели свинью и вилки, то здесь уже коровы и вилки. Я думаю, вегетарианцы могут проинтерпретировать в комментах, что значат все эти рисунки. И как только мы поднимаем одну корову, мы видим другую корову. И да, специально центр диска сделан именно в этом месте. Да, это прикол такой. 92-го года диск. Представьте себе вот все вот это в 92-м году. И несмотря на то, что Undertow зашел очень хорошо, то есть, опять же, там золотые, платиновые статусы, все есть, но при этом это не тот Tool, про который мы вот даже сегодня будем говорить. И да. С точки зрения... Чё? Да в целом, ну, то есть, просто, это просто не Tool. И с точки зрения оформления, и с точки зрения звучания. Единственное, что есть, это вот смысловые вещи. Во-первых, Prison Sex. Сам по себе Майнер Джеймс Киннон, это солист Tool, много раз вы еще имя это здесь услышите, он был большим фанатом комедии, в частности Билла Хиггса, к слову, знаменитый комик, ознакомьтесь, просто вот даже не в связи с группой Tool, просто стоит. Так вот, сам Майнер в комедию пытался, получилось больше в музыку, но издевательство над фанатами, специальная провокативность, это присутствовало в творчестве Tool просто на всем его протяжении, и по сути их первая группа до Tool это была одна сплошная провокативность, а песня Prison Sex и именно про это. Это буквально про еблю в тюрьме. А ты знаешь, что делают в тюрячке? Долбит в задницу. Вот про эту песню. И, собственно, таким образом, именно из-за этой провокативности получилось множество скандалов, потому что на каждую такую простую провокацию в виде того, что просто описывается что-то очень грубое в песне, обязательно найдутся какие-нибудь люди, которые такие: «О, господи, там это услышал мой ребенок и сошел с ума». Что-то вот в этом духе. Также случилось с песней Prison Sex. Гораздо интереснее говорить про песню Sober. Sober — это первая песня, на которой слышно что-то из Tool. Ну, это в целом уже первое напоминание, что вот Tool, в принципе, они, мне кажется, в этой песне, они, когда ее делали, они поняли, а вот, может быть, вот это наше. А что да. Конкретно? Ну, смотри, во-первых, там, как мне кажется, там очень ударная бас-партия. То есть она прям на себя берет. Но при этом она еще не до конца туловская, потому что она очень ровная. Даже которую мы смотрели с тобой. Там вот нет ни переменных размеров. Ничего, не она вся в 4 четверти, вся вот такая вот. Но уже именно по структуре, по тяжести, по вот этим провисам, по мрачности, она уже туловская. И даже с точки зрения концепции очень хочется заметить в Собере, что как она сама по себе построена.
То есть сама по себе песня про то, что человек... Ну, то есть очень много песен про как наркоманию как жуткий порок, так и про наркоманию как, наоборот, кайфец. Очень многие восславляют там наркотики. Сколько песен вы таких знаете? От Lucy in the Sky with Diamonds до этой Битлов, до This Cocaine Makes Me Feel Like I'm in This Song System of a Down. Куча примеров, но именно Sober написано... Интересно с той точки зрения, что почему мы не можем всегда быть под кайфом. Примерно это поется в припеве, только с непереводимой игрой слов. И это вот уже зачаток того, что мы дальше будем разбирать. И Билл Хиггс будет дальше, и шуточки будут интереснее в остальных альбомах, и, что еще важно, будут видеоработы. К большому сожалению, видеоработы Tool сейчас несмотрибельны. То есть вот то, что вы сейчас видите на экране, это и есть клип. А это крутая визуальная работа, конечно, бесит, не хватает музыкантов, и с точки зрения вот всего остального такого обывательского взгляда очень много чего раздражает, но почему это работало тогда? В эпоху MTV, MTV просто крутилось, то есть стояли телевизоры, и оно вещало на комнату, на бар, на тусовку и так далее. И когда идет клип, и у всех они яркие, у всех они в музыку, а тут начинается мультфильм, который просто состоит из каких-то психонавтических образов, это приковывает внимание просто потому, что это вообще такое. И эти клипы, они тогда таким образом работали, просто потому что выделялись из общего ряда. Но сейчас эти видео, это просто видео в интернете, и ты его смотришь как бы оторвано от всего остального, и мне, например, хотелось бы, чтобы это были просто мультфильмы хотя бы в музыку, просто чтобы развитие того, что происходит там, нужно просто встроить в музыку. В целом, круче. У Tool, кажется, клипы такие, что видео отдельно с музыкой. Вообще никак не связано. Следующий альбом — это Аенима. И здесь у нас уже сразу движущиеся картинки. И опять же, представьте увидеть это на полке магазина. Просто посмотреть, что это за херня, взять и увидеть вот это. В принципе, я думаю, половина... кайфа от того, чтобы быть фанатом Tool в то время, заключалось именно в том, чтобы вот все это впервые распаковывать и пытаться провести хоть какие-то ассоциации, понять, что это вообще к чему. Сама обложка имеет текстуру, без которой сама картинка не работает, она не двигается. Но если на вкладыше переворачивать вот таким вот образом изображение, то тогда они могут двигаться. Одно из самых потрясающих — это глаз. Название альбома и название одноименной песни, они отличаются. Название альбома «Аенима», то есть это зашифрованное слово «анима», с латыни вроде бы переводится как «душа». А «аенима» — там «енима» слово, а это переводится как «клизма». И поэтому альбом якобы называется «Клизма души». То есть, и учитывая, что если сама песня, она как раз-таки подходит по смыслу названия как «клизма», потому что чтобы смыло все, можно как-то интерпретировать. А вот уже само название альбома, оно непонятно, почему связано с душой, потому что, ну, как мне кажется, потому что если так бы был Латералус назван, я бы вообще понял. А вот то, что так названо Енима... Ну, так это может... Это вольная трактовка. Я думаю, душу и клизму может каждый хоть в комментах протрактовать, как он хочет. То есть там прочищение души или, наоборот, забрать душу в клизму. Ну, конечно, ну, мы знаем, что это скорее про прочищение души. Ну, потом, и именно клизма с этим воспринимается. Ну, если брать тематику одноименной песни, я уверен, что это именно связано с прочищением. И плюс ассоциация с санитарной обработкой клизмы. Не только именно прочищение катаклизмом. Да. Песня поется, чтобы все затопило, а клизма, она что же, ну... Давай уже скажем, что затопило, в песне Аенима затапливает Калифорнию. Калифорнию, да. Майнард считает, что Калифорния должна быть уничтожена, потому что воспринимает Лос-Анджелес как царство порока. И это опять же отсылка к Билл Хиггсу, потому что это отсылка к его стендапу одному, где он говорил про то же самое. И есть слова в песне «Аризона Бэй». Это опять же прям цитирование самого Билл Хиггса. Это они на основе его стендапа записали такой текст, точнее. Да, и типа встретимся на Аризона Бэй, именно когда уже все затопит к хуям собачьим. Вот, и чем это интересно? Тем, что вот так и рифмуется идея клизмы и вот этого смытия Калифорнии. Ну, то есть, да, там, смытие, затопление — это страшный суд, не страшный суд, а это библейский сюжет. Но клизма вычищает что? Говно. И как раз говном в песне называется абсолютно все то, что Калифорния породила. Как гламурных телочек, супербогатых мужиков. Это, ну вот ровно то, почему произошел потоп.
он еще там критикует в песне, вроде как я понял, вот эту якобы психологическую слабость. Он же там есть строчка про прозак. Или про прозок, да. Прозок, то, что все начали... Чуть что какая-то проблемка, сразу все его употребляют. То да, есть, да. Про эту психическую слабость. Ну, это вот опять же те же самые очень одухотворенные миллиардеры, которые вот... Мы все эти образы, опять же, знаем в основном из телевизора, но для людей, которые там живут, это все окружающая реальность, и именно эту реальность, как Билл Хиггс считал, что нужно уничтожить, также его идейные продолжатели, в данном случае в виде Майнарда, они закладывают это же в песни. Офигенно интересно. И таким образом ты мог сидеть, слушать эти самые долгие песни, уже сформировавшие их более-менее свой звук Тул, и наблюдать за всеми этими картинками, пытаться проассоциировать конкретные образы с образами из песен. Черт подери, но это даже сейчас производит впечатление, что, господи, как они вообще это напечатали, к чему все это, почему тут голый мужик встает, что происходит. А на этом вкладыше изображен Билл Хиггс и солист группы. Собственно, Билл Хиггс имеет очень большое отношение к творчеству группы. И заметьте, что подписано: Билл Хиггс, Another Dead Hero, еще один умерший герой. И это уже Тул. Почему? Во-первых, если сравним с альбомом Undertow, появились длинные песни. Большая продолжительность. То есть самая длинная песня до выхода последнего альбома была вроде бы как раз на альбоме Аенима. Это песня Third Eye. А вообще в целом всегда продолжительность песен была очень таким острым вопросом. То есть длинные песни им делать было немножечко моветон, потому что на радио нельзя было послать. А это какой год? Альбом вышел в 96-м. То есть люди уже прям Тул откровенно кладут хуй на то, чтобы оказаться хоть где-то. Ну, ты знаешь, да. Ну, и до них же тоже так же делали. Те же Type O Negative, у них тоже такие же проблемы были. Но они, правда, их заставляли урезать песню, и они их отправляли на радио. Но согласись, когда песня идет 11 минут и состоит из частей, она прям, сам слушал Type O Negative, там есть прям части. Первая, вторая, третья, четвертая. Да. И они урезали. И... Ну, знаешь, как 11-минутную песню превратить в 4-минутную. И что это? Помимо длины, также концептуально вот эта вот злоба, которая есть как в посыле вот всего того, что мы описали, она также есть и в музыке. Аенима, мне кажется, самый злой альбом просто из тех, что у Тула выходили. И в плане текстов, и в плане музыки абсолютно согласен. Он злой, агрессивный, такой прям кусающий тебя как будто. Может, поэтому еще в нем есть отсылки к гранжу? Грязный. Ну и они только что из этого гранжа выскочили, и к тому же вот оно вот так удачно сработало. Очень хороший альбом Аенима. Моя любимая иллюстрация из тех, что здесь есть, встречает нас также на самом диске, ну просто произведение искусства. И на обратной стороне диска мы встречаем еще одну движущуюся картинку, и здесь, видите, исчезает Калифорния. Это как раз отсылка к соответственной песне. И представьте, насколько запарно сделано. Им для этой лентикулярной печати нужно было каждый раз соответственное покрытие наносить именно на пластик, чтобы эта картинка двигалась и работала. И мало того, что они нанесли это на обложку, сделали вкладыш таким, чтобы его можно было перевставлять, и картинка все равно двигалась, они еще и нанесли такую же конкретно на круглую область под диском, чтобы оно тоже действовало. И опять же, никаких надписей. Это выделялось на полке магазина. То есть, если одни выделялись громкой яркой надписью, Тул выделялись ее отсутствием и задротской, по-настоящему изобретательной психоделией. И дальше эта психоделия будет только развиваться. И нельзя не рассказать про песню «Die Herr von Satan». Извините за наше немецкое произношение, мы не знаем немецкий, но это внезапно песня на немецком. Сначала ее послушайте и, ну, опишите свое первое впечатление для себя же. А потом, когда вы узнаете, о чем эта песня, у вас будет такой диссонанс. Да, может, этот ролик прям на паузу поставить и вот хотя бы фрагмент этой песни послушать. Ты пидар. Это абсолютно, я думаю, это не было конкретно плевком в сторону Рамштайна, потому что, мне кажется, они не существовали тогда. 96-й год. Как World Wide Group, это было? Это выход альбома 96-й год. То есть тогда Рамштайн вроде только появлялись. Ну, Рамштайн, короче, не было такого стереотипа о вот этом звучании Рамштайн, но сейчас-то именно так ассоциируется, как будто вся вот эта вот песня, это издевательство над стилем Рамштайн. Почему? Потому что и в названии «Сатана» страшно, и звучит песня так же, как будто они вызывают просто самое главное
зло из недр преисподней. Кстати, да, скрежеты постоянно там вот эти вот. Да, то есть и звуковые эффекты, и немецкий язык таким образом звучит, хотя на самом деле это рецепт там чего, тыквенного пирога или какого-то нет, такого? Нет, печенье, имбирного печенья. Рецепт имбирного печенья, просто на немецком, он звучит страшно. Это вот в ту же тему издевательства Тул и их всевозможных шуточек, просто которые дальше продолжаются. Есть также песня «Message to Harry Manbeck». Harry Manbeck — это неизвестный никому чувак. Он, собственно, интересен именно тем, что Мейнарду, солисту группы, оставил сообщение на автоответчик, где говорил что-то типа «Я убью тебя, пидор, я тебя ненавижу». Вот в общем, в духе. Его оскорблял. Да, да, всевозможными способами. Просто нашел его телефон и оставил вот это гневное сообщение с угрозами и хейтом на автоответчик. И в ответ на это сделана песня. Это прям один из первых ответов хейтерам, притом очень крутой и именно такой заряженный. Ну вот обычно рэперы так отвечают, что прям заряженный именно каким-то собственным ощущением исполнителя и что он реально думает. Учитывая, что еще вторая часть есть, но вторая часть она уже на EP сэлливал. Короче, это еще самые молодые, наглые, рвущие и мечущие Тул, которые вот, например, могут отвечать фанатам песни, в песнях, и это выглядит органично, потому что они сами еще молоды, но уже до жути концептуальны. Дальше будет только мяснее. Но надо последнее упомянуть, что за саму песню Аенима они получили Грэмми. Первый свой Грэмми. И мы здесь минимально говорим про музыку, больше говорим про концепции, но музыка просто охуительная на каждом из релизов. И вот начиная с Аенимы, можете считать, что мы рекомендуем вообще все, что здесь упоминаем. Перед тем, как перейти к альбому Латералус, с которого начинается прям самый смачный психодел, хочу сказать, что эти диски — это частная коллекция, собственно, Паши Зведрона. Если вы магазин там коллекционных изданий, дисков, винила, чего угодно, и хотите посотрудничать, просто выдать мне диски, чтобы я их также в ролике рассмотрел на любых условиях. Бартер, не бартер, аренда, что хотите. Упомянем вас, оближем как надо, потому что, ну, представьте, в каком контенте вы поучаствуете. Если вы вот как-то обладаете какими-то такими же уникальными дисками и изданиями и готовы мне их одолжить, подарить, продать, обменять в любом формате, пишите, пожалуйста, вы мне очень интересны. А если вы просто зритель и вам охеренно нравится эта рубрика «Как я разбираю такие красивые диски», то тоже пишите это в комментах, обязательно нам нужна активность. Так вот, Латералус. Диск встречает нас в полностью черной упаковке, которая местами покоцалась, потому что все-таки, опять же, это личная коллекция просто чувака. И когда мы ее снимаем, вот что мы видим. Черт подери, это впечатляет само по себе. И если присмотреться, то видно, что они как будто на разных уровнях. И ты вот думаешь, неужели они настолько задрочились? Да, этот вкладыш отдельно состоит из множества страниц, на которых нанесены разные как бы части сбора этого изображения. И при том, если некоторые друг на друга накладываются, то некоторые друг друга перекрывают. И мы можем увидеть внутренности, которых раньше до этого не видели. Вот тут, например, целых 3 уровня этого тела. Это просто потрясающе. К моменту выпуска следующего альбома, который назывался «Латералус», Тул уже пиздец знали. Любимый альбом твой, да? Ну, я не знаю, но у меня 10 тысяч дней. Нет, мы «Латералус». Короче, к выпуску этого альбома про Тул уже все знали, альбом уже по-настоящему ждали. И к этому моменту мир уже начал говорить о пиратстве дисков. Тул, как и многие, кстати, концептуальные консервативные группы, как и «Рамштайн», как и многие другие, как и «System of a Down», они выступали активно против пиратства, им казалось, что все это влияет больше всего не на корпорации, против которых сражаются пираты, а на музыкантов в первую очередь сражаются. Именно то, что это вредит корпорациям, будет пофигу, скачивать или не скачивать, они в любом случае в прибыли. А вот сами музыканты от этого страдают. И еще, мне кажется, они были против не только потому, что все скачивали музыку, а потому что они занимаются оформлением CD-альбома, а вообще да, оформлением диска. Это получается впустую, потому что просто человек скачал песни и не увидел. Ну и плюс, я не знаю достоверно, наверняка на тот момент имело место еще и сжатие трека, и вообще ухудшение всего. Конечно, MP3. Слушай, Латералус вышел в каком? В 2001 году. Ой, тогда MP3 было не самое лучшее качество. Конвертировали в MP3? Да, конечно. Ну вот. Причем не в самое лучшее вообще. Понятно. Ну и что такое MP3 для Тула, можно понять вонь. Но к чему мы все это рассказали? К тому, что перед выпуском Латералуса сами Тул начали
начали сливать разные фейки про будущий альбом. То есть в сеть был слит альбом с другим названием, с другим оформлением, с другим трек-листом. Название песен другое. Да, все название другое. Вообще все другое. И в итоге люди уже думали, что вот такой альбом и будет, и вышел совершенно другой. То есть наебка пиратов. Примерно то же самое, что сделали System of a Down со Steal This Album, только наоборот. Тот притворялся пираткой, а здесь именно выкатили как будто настоящий, но это фейк был. И да, задняя часть тоже прозрачная, она вот даже просвечивает. А диск, ну капец. Ребята, которые любят Black Vogue, забирайте себе эскизы для татух, реально. Центром этой композиции, собственно, является спираль. Тут, во-первых, сама эта спираль, она идет прямо по центру рисунка, а также вокруг него, если обратить внимание, это такой же орнамент, что обвивает спираль. То есть, по сути, мы видим ее дважды. И также дважды можно обратить внимание на то, что есть вот эта вот звезда в круге. Она присутствует как за головой, так и после на одном из уровней внутри головы. Если предыдущий альбом, про него хотелось сказать, что они вышли из гранжа в какой-то свой звук и направляются куда-то, то к Латералусу стало понятно, куда они направлялись. Это арт-рок, всевозможные психоделические, вот такие медитативные, как мантры, песни. Mm-hmm. И они и тогда были длинные, но именно такие, вот именно, что ты попадаешь в какую-то вечную такую круговерть, в которой несешься, это именно Латералус. И это именно альбом, с которого это можно называть прям арт-рок-задротством. Они здесь как раз-таки очень сильно разыгрались, потому что если они в той же Аенеме только начинали экспериментировать с размерами музыкальными, то в Латералусе они прям... они дали волю. Во всех практически песнях есть переменные размеры. Во всех. То есть нет там песни, которая в одном размере постоянно или хотя бы раз сменилась. Там тот же Скизм, там... Помнишь, мы читали, около 47 раз меняется размер. 47, блядь, то раз. То есть именно не периодичность, как его, последовательность размеров. Один, второй, третий, и вот так, и мешалось все. Mm. То есть, понимаешь, как это все... Сколько, например, у группы Мотли Крю раз размер меняется? Да, я вообще не знаю. А, вообще, да, ну, например, нет, как идет 4 четверти, так и идет. И все, тын-тын-тын-тын. Да, да. А тут просто постоянная смена. Яркий пример этого задротства — это, например, песня сама «Латералус». Дело в том, что она построена по сечению Фибоначчи. Она у меня, кстати, вот тут вот набита. Многие... А, да, я помню. Да, когда-нибудь кому-нибудь это расскажу. Ну, короче, да, сечение Фибоначчи. Это такая, один из символов математического идеального. Я имею в виду вот такие картинки. Наверняка видели. Принцип золотого сечения. Да. То есть это не только математика, это и в биологии тоже. Сколько есть разборов, что все... вот так вот идеально строится. Да, то есть когда идет любой спич про идеальность мира, нечто совершенное, сотворенное, накладывают вот эту вот штуку на что угодно в природе, потому что очень много что развивается по этой спирали. Этой спирали еще очень много в альбоме посвящено, и альбом называется «Латералус», но что в самой песне? Там сообразно числовой последовательности Фибоначчи идут слоги, которые проговаривает солист. Это пиздец! При этом вся информация у нас нанесена именно на черную штуку. Здесь сзади такая стилизация под какую-то... под программный код или, наверное, под... Ну, так обычно стилизуют титры во всяких фильмах про шпионский взлом каких-то компьютеров и всего такого. Выглядит очень стильно, и сюда занесена вся информация, чтобы диск и все, что в него вложено, содержал в себе исключительно визуал. Ну каков подход? И, собственно, эти спирали, они вот они. Они проходят по всему альбому. Во-первых, сама по себе строчка «Spiral Out», которая в конце самой песни «Латералус» есть. Это все говорит к тому, что, во-первых, история движется по спирали, известное выражение, и, в принципе, философия того, что все движется по спирали, бесконечно повторяет себя просто каждый раз в новой какой-то инкарнации того, что уже было. То есть такое же, но следующее, такое же, но следующее. И поэтому мы здесь не разбираем каких-то конкретных песен, потому что абсолютно все в альбоме работает на это. Построено, во-первых, вокруг числовой последовательности, во-вторых, вокруг спирали, и все это вот золотое сечение Фибоначчи. Ну и сама тематика альбома, типа духовный рост. Да. И вот тоже, опять же, он же говорит, что духовный рост именно по спирали.
Поэтому... И вот опять же, духовный рост. Ну сколько вы видели разного духовного роста? Сколькими способами это можно сказать? Да кто только об этом не пел. Да, но и именно так вот далее. Так вот. Да, это задротство, но как красиво. Ну еще эзотерически очень. Да, абсолютно эзотерика. Сейчас это выглядит даже пошло. И ну, вот, по крайней мере, такие рисунки это ассоциируются с пошлостью. Но дело в том, что это не очередной рисунок из интернета, а это Алекс Грей. Вот эти картинки, вот, кстати, именно это используется в меме. Это его картина, настоящая картина. Дело в том, что весь этот вот стайл психоактивный, да, такой ЛСД-стайл одежды, рисунков, к которому, я думаю, многие уже привыкли, это уже такой как вид визуального искусства. Это, по сути, все Алекс Грей. Вот вы сейчас смотрите на его оригиналы, и это действительно крутые картины. То есть это не дешевая какая-то херь, которую в Таиланде там на пластиковых карточках продают, а это действительно прям настоящее искусство, настоящий художник. Начали с ним сотрудничать Тулс Айенимы или Слотералуса? Нет, Тулс Слотералуса. Слотералуса как раз с ним начали сотрудничать Тул. Даже не столько Тул, сколько гитарист. Гитарист группы Тул занимается всем оформлением визуала. И он с ним познакомился? Он с ним как-то не познакомился, то ли пришел на его выставку. И такой, вот это надо. И они с тех пор начали сотрудничать. И я не смотрю, они сотрудничать. Всегда сотрудничали с тех пор. Латералус, да. 10 тысяч дней и Фиронукулум. И это совершенно охеренно плодотворное нашли это, сотрудничество. Знаете, здорово, когда группа находит себе подобных, но только в другой сфере. То есть, да. В другой сфере искусства. В сфере производства визуала. То есть, как вот Билл Хиггс, это тот же Тул, только в стендап-комедии. Алекс Грей, это те же Тул, только в художестве. Да. Это все как бы части одной общей философии, одного какого-то общего образа мысли. Это о том, что как важно найти единомышленников. Неважно, вы можете быть, быть и музыкант, или строитель, но если у вас общая идея, то вот вы все сделаете. И вы срифмуетесь, срастетесь и будете производить на одно дело разные вещи. И прикиньте, как охуенно быть частью этого. И именно вот в коллаборации Алекса Грея и Тул родится еще огромное количество шедевров, потому что каждый следующий релиз будет оформлен Алексом Греем. Напомню, что, кстати, Алекс Грей, он еще и с Нирваной работал. Точно, Альбом Инутера — это оформление Алекса Грея. Вот наверное, это вот самое. Еще, наверное, не так оформился он. Интерлюдии к песню «Скизм». Есть композиция, называется «Мантра». И вот эти необычные звуки, которые вы слышите, это на самом деле звуки кошки, которую ласкает Майнард. Как бы это странно ни звучало. Они просто очень замедленные. То есть вы слышите кошку. Вот эти... Это кошка. И вообще огромное количество сэмплов и на этом релизе, и на других, но на этом особенно, они взяты вообще хер пойми откуда. И в альбоме «10 тысяч дней» мы видим обещанные очки. Опять же, представляем себе ситуацию. Мы видим в магазине вот такой диск. Тут глаза. Глаза со стеклами. А почему глаза за стеклами? Открываем, просто глаза. Открываем дальше. И сам по себе у нас выстраивается этот кинотеатр. Здесь нас поджидает диск. Мы, собственно, можем залезть рукой и вытащить его. Явно заметна преемственность с диском из Латералуса, но посмотрите, каков узор, как он прекрасен и как он перекликается с этим узором. Для тех, кто не хотел набивать тот Black Vogue, вот набивайте этот, здесь побольше вам кожи останется. И здесь уже, наверное, мой любимый альбом, но хотя я недостаточно, блядь, слушал тут, мне кажется, чтобы выебываться. Но, короче, 10 тысяч дней. 10 тысяч дней — это такой же альбом, который довольно долго ждали, знали бы они, сколько придется ждать в следующий раз. Но здесь... Молчали бы. Да-да, здесь начинаются приколы с самого названия. Во-первых, после того, как он вышел, и уже прошло там первые 5 лет с выхода этих самых 10 тысяч дней, пошла фанатская теория, что 10 тысяч дней — это столько, сколько нужно ждать до следующего альбома. Благо, оказалось не так, потому что 10 тысяч дней — это примерно 27 лет, и здесь трактовок названия пиздец. Самая простая, это, ну, хотя хер знает, насколько можно сказать, что она простая, это то, что столько болела мать солиста. Нет, самая простая о том, что, типа, после 10 тысяч дней, то есть 27 с половиной лет, 28, человек переходит в новую стадию. А, номер раз, можно считать «Клуб 27». Потому что очень многие его не пережили, ну и помимо... Типа вы перешли предел,
того, что вот либо до 27, либо после. И вот вы после, и все, это новая веха. Можете заново что-то делать, но уже в более таком... В другом качестве. Такой опытной оболочке. То есть вы как младенец с опытом. Ну, типа своего рода. Это первая отсылка. Помимо клуба 27, ну там не ровно 27 лет, 10 тысяч дней, это просто важный этап. То есть говорят, кризис среднего возраста и всего такого, просто когда тебе уже ближе к 30-ке, ты уже становишься другим человеком. И 10 тысяч дней, это можно сказать, там первая декада, что такое декада? Не суть, короче, первая часть твоей жизни, первый этап, после которого будет прям следующая ступень. Второе, наименее очевидное... Вот, вторая отсылка, мне кажется, она может быть наименее очевидная, потому что надо углубиться в историю, да. Но близка к альбому. О том, что мать Мейнарда, она провела 27 лет в параличе. Это около 10 тысяч дней как раз. И об этом говорят две песни в этом альбоме, которые посвящены как раз его маме. И вот этим, ну это же муки 27 лет. Да, абсолютно. Лежать, и муки и для нее, и для тебя, и вообще в целом. В одной из песен он дарит ей крылья, и после этого он говорил, что это излишнее лично получилось, и что он, если бы условно писал этот альбом второй раз, он бы второй раз все это не вывалил. Лично он жалеет об этом. Кстати, ему за это не прилетало. А что прилететь-то могло? Нет, я имею в виду в целом, ладно бы это... Слишком оголился. Может быть, в этом духе. И, кстати, уникальность этого альбома, как мне кажется, он очень много состоит из дилогий. То есть есть интерлюдия песни. То есть вот смотри, Rosetta Stone — это Lost Case. Песня, посвященная матери, там одна называется Wings for Marie, вроде бы. И сама песня «10 тысяч дней», они тоже состоят из диалоги. Writing to тоже с диалоги, с этой Intentions. Всего по два, а обложка альбома там тоже двойная вот эта голова, и на ней все двоится. Так зачем же все-таки нужны очки? Здесь, собственно, и написано, что эти линзы установлены для того, чтобы вы, смотря на изображение в них, могли больше проникаться материалом, который вот есть на этом CD, и музыкой с диска. То есть это не мы так надумали, что они вот не просто крутых дизайнов нарисовали, это именно дополнение к музыке. Но я еще сам помню, как отец в свое время покупал мне диски на Митинском радиорынке. Митина, привет! Так вот, и это было особенное удовольствие слушать его, смотря тем самым на визуал из альбома. Конечно, это уже безвозвратно умерло, и такого уже не будет, и теперь это как бы эксклюзивные вещи. Но представьте, вы слушаете 10 тысяч дней и смотрите вот на эти вещи. Описывая ощущение от первого лица, сложнее всего сейчас это именно понять, как именно оно работает. То есть тут такое, это не то 3D, что в 3D очках, которые один синий, другой красный. Это довольно странная хрень, потому что тебе, когда ты на них смотришь, нужно как бы свести зрение в один глаз, и тогда это начинает работать. И вот все те картинки, которые вы видите здесь подвое, они в этих линзах видятся одной и действительно объемной. А если ты досмотрел аж до этого момента, то тебе наверняка стоит уже нажать подписку и колокольчик, если ты этого еще не сделал. А еще мы последний раз в этом году разыгрываем стикеры. Вот это вот мой шикарный стикер-пак, про который я вам уже все уши прожужжал. В этот раз его можно выиграть, если написать в комменты концепцию обложки, которая, по-вашему, могла бы встать в один ряд с этими. Можете выдумать ее сами, может, вы сами знаете какое-нибудь издание, которое вот так же заслуживает внимания. Напишите это в комменты, и самый интересный за лайк или просто который больше мне понравится вариант, победит, и я отправлю ему стикеры через пару недель. Мы раньше думали, что будем отправлять каждую неделю, потом поняли, что это бред, потому что, 10 грамм бумажка мы теперь отправляем партиями, поэтому несколько недель, вот. И плюс 10 тысяч дней — это оборот Сатурна вокруг своей орбиты. И, как вы понимаете, вся вот эта вот кислота, которая до этого была, она также воплощалась и в самой тематике песен Тур. По поводу Сатурна, там 10 с лишним тысяч, 10-700. Приблизительно, да. То есть они же не могли там полностью число написать, это все-таки 10 тысяч дней, это красиво. А ты представляете, 10704 дня. Да. Охуенное название, блин, ребят. Охуенные метаморфозы, кстати, с этой обложкой произошли, потому что эта картина Алекса Грея, во-первых, в оригинале выглядела вот так, а во-вторых, они воссоздали в 3D-мультфильме
мир, который изображает вот эта картина. Посмотрите, как он выглядит. Это, по-моему, охуенно. Вот такую бы работу с визуалом, да всем бы были. Композиция Rosetta Stone — это рассказ наркомана-уфолога. Он именно ждал инопланетян, то есть он их якобы изучал, и вот он упоролся, опять в какой раз. Вот, и он типа встретил вот этих инопланетян, и для него это было такой... что на него предназначение взвалили, что я вот теперь миру расскажу, что миру хана. Помимо этого прикола были также другие, например, распространялась история про то, что этот альбом и, по крайней мере, его части были записаны на микрофон Гитлера. Неизвестно, насколько это правда, но однозначно на микрофоне была свастика. То есть он был старый и произведен еще в те времена, и это было типа эфинг, что мы пишемся на микрофон Гитлера. Вот это, блядь, охуенно, по-моему. Ну, мне кажется, это был все-таки утка. Да, конечно, утка, но как минимум, даже если свастон там есть, это уже достаточно. Знаешь, если бы у меня был такой микрофон, я бы тоже говорил, что он Гитлер, а просто личный, блядь, любимый. Вот это вообще потрясающе, потому что это одна из самых реалистичных здесь фотографий, и она смотрится абсолютно реально, начинаешь через вот как раз это уже странное зрение, оно чуть мутноватое, начинаешь вглядываться, что именно в той банке, а оно как бы лезет на тебя. Вот чтобы сделать эту работу, в свое время очень запарились, потому что в оригинале это была просто картина, она была 2D, и приглашали просто крутейших по тем временам 3D-художников для того, чтобы они как раз перевели ее в этот формат, вот хоть сколько-то объемной реальности по тем временам. И таких картинок тут довольно много, то есть, по всей видимости, это предполагалось как довольно продолжительный просмотр вот такого вот кино, песня за песней, и с каждой новой песней сменяешь картинку, смотришь, что там, пытаешься провести какие-то ассоциации с ними, и вот в этих, собственно, кулисах сфотографирована вся группа по очереди. Или песня «Викариус», которая, по сути, является гораздо более усложненной, взрослой и крутой версией песни «Offspring Cool to Hate». Хуёвое сравнение, если вы не знаете ни одной из двух этих песен, но, в общем, если в «Cool to Hate», ну, там в «Cool to Hate» поется «Как пиздато все ненавидеть». И вот, ну, типа, круто а ненавидеть. А мне кажется, в «Викариус» поется о вечной, вот это еще с Древнего Рима, хлеба и зрелищ. Да, хлеба и зрелищ. О вечном наслаждении чужим горем. То есть, мне не весело, пока никто не умирает. И как раз там весь текст пронизан этим, и это как мысль охеренно. То есть, опять же, насколько тривиальна мысль про то, что мы все запуганы, и мир не такой плохой, и все в этом духе. Насколько интереснее она выглядит, если подавать это через человека, который наслаждается вот этими телестраданиями, этой бесконечной индустрией подачи вам нового как раз хлеба и зрелищ, мяса, и жести, которые бесконечно льются с экрана. Это еще аналогично нашей фразе «Моя хата с краю». То есть пока меня это не трогает, пусть где-то убивают, пусть где-то идет война, пока это не рядом со мной, красота. Только «Моя хата с краю» вкладывает, что на это похуй, а тут это наслаждение, это вкусно. Да, ну и в то же время насрать. Еще один прикол, который здесь уже пошел все-таки от фанатов Тул, что в таком количестве пасхалок, которые уже были заложены, нашли еще одну, что если начать проигрывать два трека одновременно с этого альбома, то получается как бы третий трек, заранее спрятанный. То есть если ты их совмещаешь, что как бы аранжировки совпадают каким-то образом. И эта фанатская теория гуляла, собственно, кипела, бродила среди фанатов, пока на одном из интервью гитарист Тул не сказал, что не надо искать смысл там, где его нет, и он просто накурился и играл всякое, и так придумал оба рифа. Мы против наркотиков. Да, мы все еще не одобряем. Пробовал я послушать эти совмещенные треки, на Ютубе есть ролики с этим... Ну, очень сильно притянуто за уши. На самом деле, я не сказал бы, что прям какой-то определенный трек открывается. Это прям действительно вау, и музыканты это сделали. Очень притянуто за уши, очень слабо. Да. То есть, действительно, если бы хотели музыканты это сделать, они бы сделали, это было бы более красиво и более... Да и намекнули бы как-то еще. Ну, в любом случае, зачем делать такую пасхалку и о ней вообще не рассказывать? Ну, как-то странно. То есть, как-то к ней подвести уже все равно надо. Мне вообще кажется, что большинство слушателей Tool, у них СПГС такого уровня. Ну, блин, вся остальная музыка на это прям настраивает и все остальное. Да, настраивает, но надо как-то... Вот когда нашел три пасхалки, хочется четвертую пасхалку. Понятно, но в целом, вот этот факт точно притянут за уши. Но интересно. В любом Короче, случае. Скрытый смысл-то хорошо, но только там, где он на самом деле есть.
И переходим мы к последнему альбому. Это Fear Inoculum, и это книжка. То есть вот сравниваем с другим, оно прям больше, оно прям в формате книги. Если в прошлый раз мы смотрели кино, то в этот раз, наверное, почитаем. Ее замечательный Паш Зведран купил на свои кровные шиши прямо перед съемкой, вот просто чудом успел. Вот. И это, конечно, потрясающе. На цифровой обложке очень сложно это заметить, но здесь можно приглядеться и увидеть, что каждый из этих пупырышек — это глаза, которые смотрят. И от этого рисунок становится только круче. Мы видим ту же спираль, что упоминалось в Латералусе, ну и в принципе все эти изображения Алекса Грея, они вот зациклены каким-то образом. И также раскрываемое на альбоме путешествие от света к тьме, оно вот здесь присутствует. И очень понятно, где находится источник света. Интересно, что глаза все направлены от источника. Все, великий ужасный Fear Inoculum. 13 лет ждали альбом, дождались, вот Паше не понравилось. Ну, мне... Нет, я все равно его, как сказать, прочувствовал, но меньше нравится. Хотя это самая лучшая вокальная работа Майнарда. Безусловно, это я с этим вот согласен. Вокал best. Вокал в этом альбоме действительно очень классный. Многие ругают за то, что нет той агрессии в вокале, нет того напора, нет. Мелодичность такая. Но он наиболее мелодичный, наиболее изобретательный. Такой красивый. Он действительно понял, Майнер, что он стареет. И стареет не только как человек, а как вокалист. И все-таки голос тоже уходит. Но он стареет так благородно, красиво и вкусно. Он его переработал. Да. Он явно занимался голосом. Он понимал, что те плюсы, которые у него остались, он над ними будет работать. А те минусы, которые появились уже из-за возраста, типа, уже ничего не сделаешь. И поэтому он их убрал. Так вот, к чему мы это все? К тому, что обязательно посмотрите ролик PMTV конкретно с разбором этого альбома. Мы будем местами на него ссылаться. Чем, собственно, этот альбом не понравился огромному количеству людей? Тем, что он является собой примерно то же самое, что «Однажды в Голливуде» Тарантино. То есть отсылка на самого себя. Когда творческая личность пришла уже, прошла очень длинный творческий путь, у него было много этапов, и он своеобразно оборачивается назад. И понятно, почему Тул оборачиваются, потому что уже было огромное количество разных стадий и разных мыслей, которые они закладывали в этот альбом. Мысль этого альбома — это путешествие от света к тьме. И не в смысле, что это там условно хороший герой выходит из рая в ад, а это именно то, что содержится в каждом человеке, что и демонстрирует, например, вот эта вот картина известного уже нам Алекса Грея. Или, кстати, наоборот, от тьмы. Или от тьмы к свету, да, это еще одна фишка альбома, его можно слушать туда-обратно. Там сама картина говорит об этом. Да, то есть ее переворачивать можно, хотя она изображена в горизонтальном. Ну и все равно там тоже от света к тьме в этой спирали. Да, класс вообще. Дальше мы открываем. Видим вкладыш, который сообщает нам о том, что есть некоторое видео в интернете, которое мы можем посмотреть с использованием, собственно, нашего кода. Что это за видео? Дело в том, что есть еще более дорогая версия издания Fear Inoculum, и в ней реально встроен проигрыватель. То есть прям в диске внутри есть маленький экранчик, где можно взять и включить видео. Нужно понимать, что это в первую очередь коллекционная штука, это все-таки баловство для вот как раз нейтрализации этой внутренней хотелки, когда ты вот обожаешь уже эту группу, и ты хочешь их экспириенс проживать еще и еще каким-то более умноженным образом. Дальше у нас идет страница с диском. Я пытаюсь это все еще не заляпывать своим замечательным зеленым цветом вездесущим. И вы посмотрите, что нас встречает. Ну как прекрасно-то, а? Там одному из членов группы уже 60 лет, они до сих пор такие вещи делают. Ну черт подери. Перелистываем на следующую страницу, у нас черный разворот. Продолжаем и попадаем в абсолютную галерею. Все то, что мы видели в предыдущих работах Tool, оно здесь, вот это абсолютное их продолжение. То есть, если мы говорим про звук, то это сплошные отсылки. Здесь это, ну, прям следующая глава. Притом, обратите внимание, что это за чувак? Это человек с картины, которая как раз также использовалась в оформлении Fear Inoculum. Здесь он просто предстает перед нами в самых разных инкарнациях. А вот эти вот золотые линии,
Дальше они уже не золотые, а блестящие. Дальше снова золотые, которые присутствуют на куче картин. Именно такими же золотыми линиями написано на альбоме название самого альбома и группы. Потом весь альбом крутится вокруг числа 7. Да. 7 песен в альбоме. Ну, именно 7 композиций, если мы не считаем интерлюди, а именно то, что вошло в диск. Потому что то, что вошло в диск, и цифровые версии не отличаются. 7 песен. Сама тематика песен, как мы смотрели обзоры тоже, да, вокруг цифры 7. Размеры тактовые. Например, последняя песня называется там Sam Past. Она называется Tempest, но буква T, она заменена цифрой 7. Да, то есть это Seven Past читается, наверное. Например, песня Invincible, то есть непобедимый, она как раз-таки раскрывает тему того, что Tool все-таки старенькие. И если я такого слышал в металле очень много, там, что у группы Уда, там, I give as good as I get, I am a leatherhead, то же самое относится к, только что вспоминал, Мастейн тоже писал про то, какой он старый. Ну, типа, одно дело писать, какой ты старый, просто, типа, о, я постарел. А другое дело, мне кажется, Тул в этом плане более позитивно пишут. Они не то, что ты стареешь, а в том, что, и дело, типа, мысль что шире и интереснее. В этом есть и плюс. Типа, ты, может быть, ты стареешь, но ты при этом и опытней. И то есть, своего рода, это как передача опыта. Почему бы нет? Почему вообще так и должны делать якобы старики? Они должны этот опыт отдавать, не умирать же с ним. И если большинство, вот как в тему того же перечисления Оззи Осборн и в Black Sabbath, в альбоме 13, и в своем вот этом последнем сольнике, он похожие мысли выдавал, но у них-то в основном именно мысль, что я все еще могу. Я уже старый, но я вот, смотрите, все еще рок-н-ролльный. У Тула с их бесконечной концептуальностью эта мысль тоже обрела концепт. Это примерно тот же образ, что если вы смотрели мультфильм про старого Бэтмена или читали комикс про старого Бэтмена, на котором основаны как раз-таки все вот последние фильмы в вселенной DC на именно Бэтмене, который уже постарел, но он все еще выполняет свой долг. Это именно старый воин, который пытается оставаться в строю. И вот этот вот свой опыт, который уже не догоняет, его просто силы и энергия, которая в нем есть, хотя всю жизнь было наоборот. Охеренно! Узнаем глаз из Латералуса. Видим с другой стороны эту самую спираль от света к тьме. Дальше друг от друга отделяют страницы вот такие вот золотые узорчатые то звезды, то солнце. И каждый раз они не дают нам сразу взглянуть на следующую страницу, а как бы держат нас в некотором предвкушении, чтобы ты не видел все сразу. Чтоб ты такой, ой, а что там за этой красивенькой ширмочкой? Смотришь, и бам! Мейнард стоит. И вот здесь нас встречает, собственно, та картина, про которую я и говорил. То самое путешествие от света к тьме в рамках одного тела. Вот оно и здесь. И важно понимать, что это как бы одно живое существо. И это, ну, говорит о дуальности в нас. Я не буду здесь разжевывать всю эту и так, в принципе, нативно понятную... нативно понятный смысл, который вложен во все эти рисунки, потому что, опять же, мне кажется, что этот самый стиль Алекса Грея, его настолько уже скопировали, переопошлили, что вы видели тысячи вариантов подобных рисунков с тысячей смыслов совершенно разных по пошлости, и здесь у вас есть возможность взглянуть на оригиналы этого. Притом именно на то, как художник играется с ними, с одной и той же идеей, как вот, например, в разных вариациях перед нами предстает вот эта вот непонятная херовина. И дальше мы видим всевозможные геометрические вариации, как взгляд один и тот же на вот этот вот вечный тоннель. Мы как будто видим его в разных стадиях, то есть это как образы, которые приходят к нам, пока мы по нему падаем. Это просто потрясающе. Ну и, собственно, похожие образы мы видим и на видео, которая предлагает нам другая версия этого самого издания. И фишка в том, что эту тему путешествия от света к тьме также можно просматривать в альбоме. То есть, почему в две стороны его можно слушать? Потому что, например, последняя песня «Буря» — это классический Армагеддон, который мы уже у Тула видели, например, в «Оедеме». А первая же песня «Fear Inoculum», то есть прививка от страха, это полное, очищение, опустошение. То есть, ты уже делаешь эту самую прививку. Нет, там смотри, там на самом деле два же варианта перевода. Прививка страхом.
А, прививка страхом или прививка от страха? От страха. Если снизу, сверху вниз, то это получается прививка страхом. То есть вот здесь он заразился, в конце буря. Ага. А если наоборот, то здесь буря... То он излечился. То из бури он приходит, да, к прививке от страха. И после этого он уже типа... Ну так или иначе, песня вот как раз вот эта «Семь буря», «Seven Fest», «Seven Pest». Так вот, а она именно... Она даже не о том, что типа буря происходит, мясо разлетается. Вот такую песню могли бы Slayer написать. Вот, а там именно про предвкушение бури, что она скоро будет. Это именно страх, ожидание. И если в начале всегда прививка, то в конце всегда как раз вот это вот... пик состояния тревоги. И это охеренно концептуально интересно. И, конечно, в этом плане, как и в случае с Тарантино, так и в случае с Тулом, это очень печально просто... Ну, то есть, концепция как концепция, да, мы можем ее понять и рассматривать. И интересно, мне, например, было и охеренно интересно слушать, несмотря на самоповтор. И, ну, к тому же, очень многие группы занимаются тем же, не делая из этого концепцию. Мне кажется, людям, которые начали слушать Тул недавно или вообще с этого альбома, он действительно им заходит. Потому что они еще не наслушаны им. А вот уже тем, кто слушает Тул давно, он покажется ему повтор. Ну, как мне, например. Короче, так или иначе, это можно воспринимать как самостоятельное произведение искусства, и тогда все как бы классно в рамках этой концепции. Но именно в рамках того, что альбома не было 13 лет, это просто грустно, что это как филлерный эпизод. То есть хотелось бы увидеть что-то еще. То есть, да, круто, ребят, вы здесь поигрались, а может, что-то новенькое будет, и мы просто очень надеемся, что что-то новенькое все-таки будет. Ну, очень. Очень. Ну, как заявил Дэнни Кейр, что у них осталось много материала в связи с работой над Фернокулом, и они, возможно, что-то выпустят. Но опять же, может, он рофлит. Да, как обычно. Ну, и они еще 20 лет. Тем более, ему уже почти 60 лет, может, умрет завтра. Да что это, в 60 лет... Хотя он хорошо выглядит. Начинают в президенты избираться, да. Не-не-не, хорошо, Дэнни Кейр хорошо выглядит. Здоровый мужик. Еще до 80, но вот как раз лет через 20. Вот я надеюсь. Я представляю, то 80 лет. Да что, на сцене будет выглядеть примерно так же. Все равно их не видно. Да, не видно же, все равно в кроватике лежать. И абсолютно однозначно мы можем сказать, что эта книжка также прочитывается в обе стороны, как и сам альбом. То есть в конце... Подождите, я еще не сказал, что будет в конце. Но вот эта череда изображений, вот видите, чем она кончается. А вот чем она начинается. Светлая сторона, темная сторона. Вот они буквально идентичны. И это просто офигенно. А дальше во вкладыши мы подумали, чё же ни одного движущегося изображения? Такие нет. Такие вот они. Вы посмотрите, каково это. Вы посмотрите, что это. Ну вот действительно. И вот понимаете, со всем вот этим они не удосужились сделать, блин, клипы просто в музыку. То есть вот это вот да, а клипы в музыку нет. Ну как это офигительно. Я честно поражен. Но вот это ведь продолжение группы. Это ведь вы уже сразу больше, чем музыка. Больше граней у этого. Больше мыслей в это заложено, больше образов. Вот знаете, как говорят, не люблю смотреть сначала фильм по книге, а потом читать книгу, потому что тебе как бы сразу заранее дают образы. Потому что тебе заранее сообщают, как выглядит главный герой, какой у него там может быть акцент, как он поднимает бровь и так далее. Ты это не сам выдумываешь, а тебе это показывают. Здесь дается, скорее наоборот, дополнительное количество образов. Вряд ли вы сами выдумали бы такую спираль из глаз. Ну, согласитесь, нехеровенько так. А здесь вам ее дали, и вы мыслите эти песни через образы, которые дала вам сама группа Tool. Она таким образом их как бы очень изящно пояснила, и это, по-моему, супер кайф. Подборки Tool, подборки конкретно от Паши уже были в закрытом паблике, вход в который 5 баксов через Patreon, можете залететь туда. Да, была от тебя подборка, и были подборки Tool, не от тебя, от меня, представь себе, вот. И Primus там тоже был. Короче, дохера всего там интересного, но я это к чему? К тому, что подпишитесь на Пашу в Инстаграме, еще, собственно, саму группу Палк подписывайтесь, послушайте, обязательно послушайте Tool, это стоит того, и посмотрите ролики на каналах PMTV и на канале того чувака, имя которого я до сих пор не вспомнил. Кстати,
Вот поддерживайте таких блогеров, потому что они действительно делают очень круто, но да, при, так... это, при этом у них мало просмотров и мало подписчиков, что очень жалко. Вот что PMTV Channel, что второй чувак, если бы я был поумнее, я бы вот такой контент делал, а так пока только приглашаю, сижу и обложечки рассматриваю. Вот такие дела. Мне было лично просто бешено приятно копаться во всем этом материале. Это, конечно, производит прям впечатление, и после этого хочется заново все переслушать, заново вот все ассоциации с песнями, что ты поймал, хочется все это опять посмотреть, опять как-то пропустить через себя, понять по-новому. Короче, я получил прям удовольствие. Если вы получили такое же, сообщите мне об этом в комментах. Вот такие вот дела. А, вот что сделай. Крикни. Крикнуть? Да. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кричу? Кнопка подписки. И что надо крикнуть? Просто крикнуть? Паша, блядь. Ну. Да, просто нужно будет крикнуть. Вообще просто. Просто. А! Да, да. Хорошо. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. А!